Глава государства принял председателя агентства по делам госслужбы Анаржи Илганову. Речь шла о работе ведомства и подготовке к предстоящему отбору в президентский кадровый резерв, в состав которого войдут 50 человек. В этот раз критерии и квалификационные требования для кандидатов будут повышены. Резерв будет сформирован из людей, руководствующихся общественными интересами, а рекрутинг сфокусирован на выявлении трансформационных лидеров с реальным опытом преобразований. Глава государства отметил важность качественного и прозрачного проведения отбора. Попасть в президентский кадровый резерв должны самые достойные. Председатель агентства также рассказала о работе по совершенствованию системы отбора на госслужбу. К примеру, выявлять компетенции кандидата будут не через тестирование, а собеседование. Отдельным блоком Касым-Жомарту Токаеву доложили о работе по сокращению госаппарата, профессионализации политической госслужбы и цифровизации процессов госуправления. Президент дал поручение по основным направлениям работы агентства.